Здравствуйте, меня зовут Эся Левина, мне 11 лет, я живу в городе Москва и занимаюсь в профессиональной тренинг-студии «Актер». Кроме этого, я занимаюсь плаванием, пением, фитнесом и катаюсь на лошади. В свободное время я люблю ходить в кино, читать фантастические книжки и рисовать. Последнюю книгу, которую я прочла, называлась «Улисс Мур». Фильм, который я посмотрела, мне очень понравился, и я бы хотела еще раз посмотреть его, но только с друзьями. Называется «Зверополис». Я снималась в художественном фильме «Полный вперед» Аллы Суриковой. Андрей Иванович Крылов. «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть грустна, вредна, но только все не впрок, и в сердце лесть всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок!» И все... И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, ведь ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица. Вещунья нас похвал вскружилась голова, от радости в забудыханье сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова.